Всем привуперти, дорогие друзья! И вот, короче, видите это видео? Тут тоже как сделать хороший вокал Friday Night Funkin'. Ну, там, по-другому чуть-чуть. Вот, если вы его смотрели, один из этого, из этой 1263 человек вы его смотрели, то все. Вы зря его смотрели, я вам записываю новый туториал, он гораздо лучше. Он будет быстрый. Потому что я научился делать голоса, и я не буду тратить время. Вы посмотрите это видео желательно тоже, если вы его не видели, потому что оно будет полезно. Смотрите, что нам надо делать. Нам нужно зайти в New... Нет, обманул. Нам нужно зайти сюда. В FL Studio зайти первым делом. И зайти в Newton. Заходим в Newton. Она должна быть у всех сразу. Окей, затем берем какой-нибудь голос. Допустим, вот у меня будет... вот такой голос. Ну, я чтобы не записывать. Вот. Как мы видим, все, конечно, криво. И что нам нужно делать? Нам нужно выкрутить это в центр, это опустить. Но вы не обязаны опускать, можете не опускать, если ваши звуки достаточно прямые. Если же они не прямые, то можете и оставить, чтобы оно не фальшивило. В плане, ну то есть как хотите, то есть. You know. So, потом вы такие выделяете все. Это сочетание Ctrl-A. А потом отделяете только лишь вот это. Первую ноту. А потом зажимаете Ctrl и Ctrl вот на этой ноте. И вот так вот все сверяете. Все сразу выровнялось. В прошлом моем видео я все делал вручную, и это было очень тупо. Затем вы выделяете все, опускаете на ноту до. Желательно пониже, потому что нота-то будет повышаться. То есть вы можете, по сути, как угодно поставить. Главное, это на ваше усмотрение. Я всегда ставлю на C3, просто потому что... почему нет? Вот, потом снова выделяете все. Это как быстро делать лесенку. И вот так вот просто чуть-чуть понемногу. Чуть-чуть понемногу. Кстати, помните мой шаблон? Забейте нахрен на шаблон, потому что кому он нужен? Кто не видел мой шаблон, даже не пытайтесь его узнавать, потому что, ну, знаете, вы можете без него любые звуки записать, и оно все равно будет звучать нормально. Просто я там записывал ориентировочно на BF. Чтобы. Чтобы, собственно, да. Звучало точно как BF. Ну, кстати, оно не звучит точно как BF, плюс я там записал один случайно лишний звук. Ну вот. Сейчас, мы, как видим, уже почти закончили. Я даже, ну, типа, перематывать не буду. Хотя, может, я и ускорю. Хотя бы нет, я вроде говорю важные вещи. А хотя уже нет. Ладно. Сейчас время 12:40, я проснулся час назад, так что извиняюсь за такое странное говорение. Просто мне в Дискорде только что написал один пацанчик смешной. Я уже забыл ник, прости меня, пожалуйста. Вот. У него в Ньютон, короче, не помещалась эта фигня. Ой, что я говорю? В Кармора не помещалась фигня из Ньютона. И вот я сейчас вам тоже расскажу, как это все делать справить. Сейчас мы до этого дойдем. Там, видите, еще немного голосов. Ой, звуков. Голос один. Я думаю, тот, кто записывал этот голос, будет не против. Никто даже не знает, кто это, так что... ну вот мы и закончили. И вот смотрите. Здесь короткие звуки. Короткие звуки. Коли звуки короткие, зачем их делать волнистыми? Ну, а вот не, не зачем. Ну, вот, допустим, мне надо. А, кстати, важная инфа. Некоторые спрашивали у меня, некоторые это уже в Дискорде меня, друзья, спрашивали. Что делать, если вот звук получился тихий? Или вот надо обрезать тебе. Вот ножницы, обрезаешь как хочешь. Вот, кстати, можно растянуть еще. Ну, я этим не пользуюсь никогда. Вы можете растянуть звук, если вам кажется вам слишком короткий, он будет сейчас странно, по-моему. Да нет, нормально звучит. Если что, можете растягивать. Вот, и... Как срастить, я, кстати говоря, не знаю, так что я вам не помогу. Вот такая вот есть фигня. Сейчас я вам продемонстрирую. Нажимаете, и вот если ваш звук слишком тихий, например, то вы можете поднять его громкость здесь. Вот тут я не знаю как. Сейчас. Как ты это он делал? Привет. Ну, коли он справа... А, ну вот. А, нет, в одну руку, в другую. А, ну вот. Что за фигня? А, вот, все, я повышаю громкость, зажимаю Ctrl, кручу колесиком. Только я потом не знаю, как это сделать. Мне кажется, я сейчас не точно сделаю. Наверное, не знаю. Что ты делаешь? Ну, в общем, громкость тут можно понижать, повышать, а я не понял пока что как.
Я этим не пользуюсь, поэтому это вам стимул записывать все звуки сразу нормальные. Договорились? Видите? Ну вот. Ну вот, ты записал голос и такой... В моем прошлом туториале говорю, суйте его в ньютон. Ребята, в ньютон сувать... Ой, не в ньютон. Да почему я говорю ньютон? Суйте его в хармон, говорю вам. Хармон сувать не обязательно. Вы, конечно, можете так живой поставить. Дефолт. Pitch Correction. Не Pitch Correction, я обманул. Pitch Vibrato... Что там? Вот, ты перекидываешь. Если у тебя не перекидывается, дружок, значит, у тебя недостаточно взломанная версия. Но я могу тебе дать ссылку в описании на старую версию, которая у меня прямо сейчас, но прямо на ней полный взлом, где ты можешь точно так же делать. Вот, зачем мы сюда это вообще делаем? Чтобы сделать вот такую вот вибрацию на голосе, чтобы звучало не как робот. Но тут короткие звуки, поэтому даже не услышишь, что оно здесь есть. Вот поэтому не везде оно используется. А даже если и используется вами, то, ну, не обязательно же. Не обязательно же делать. Вы можете опять-таки просто не выкручивать там все, как я показывал. Вы можете оставить там более-менее. Если прям будет совсем плохо, то лучше и, конечно, сделать роботически, а потом уж закрутить. Но это не обязательно. Вот вы сделали... Ну, это типа не полный звук. Ладно, вот чтобы не отгадывать, да, чтобы не отгадывать, сколько оно длится, вы берете этот звук... И смотрите, 24 секунды. На 24 секунды вы растягиваете эту штуку, чтобы не мучиться. Я там переслушивал миллиард раз, поэтому мне было неудобно. Вот, потом вы его сохраняете и также превращаете в хроматик. Ну, то есть сохранить как аудио. Эффекты. Ребята, я передумал, не накидывайте эффекты заранее. Ну, то есть вы можете накинуть вот этот эффект сейчас. Вот этот, можете накинуть. Он сделает просто твой голос громче и приятнее, удобнее. Но лучше так не делать, потому что обычно лучше это сувать сразу. Вот то, что я показывал вот это вот точно надо делать отдельно, потому что здесь появляется эхо. Это эхо, если ты пишешь музыку, оно становится чисто как кусок звука и будет плохо, ужасно звучать. Нет, не делай так никогда. И вот я показывал вот эту. Я говорил, я не знаю, зачем это нужно, и делай вот так. Не делай вот так, ни за что. Первый звук будет... Ну, это что за херня? Первый звук будет потише всех. Не делай так. Все. С этим разобрались. Дальше. Допустим, у нас уже есть этот звук. Что мы делаем? Ну вот. Мы заходим в Slixer. Допустим, я это уже скачал, но я не буду, потому что я могу все это сделать сейчас обычный, да. Куда я ее поставил, этот ньютон, сразу. Вот. Вот, чекай. Вот, опять-таки, ты можешь просто вот туда, не прям на максимум, но где-нибудь наполовину или чуть-чуть поменьше даже, оставить, и тогда голос будет все равно звучать реалистично. Просто, просто менее робот. Вот, и ты такой заходишь в этот Slixer смешной. Slixer смешной. Перетаскиваешь в него. Ну, то есть, нет, не перетаскиваешь. Ну, хотя... Смотря опять-таки, как ты это делаешь. Если ты делаешь через гармор, то перетаскивай. Нет, если ты делаешь через гармор, то ты сохраняешь и вставляешь с рабочего стола. Ну, я думаю, тут объяснить нечего показывать в плане. А если из ньютона, то вот просто берешь и перетаскиваешь. Это вроде должно работать всегда. Если это у вас не работает, значит... Значит, делать через гармор, я хз. Я просто вот это... Вот с этим я еще никогда не сталкивался. Вот, потом вы нажимаете эту кнопку. Вот, правая кнопка мыши. Обманул. Да, правая. И Dual Auto... Вот. И вот видите, есть такое маленькое недоразумение, вы его, если что, удалите. Если у вас не все поставилось, то вы поставите все вручную. Оно как бы двигается, все работает. Ну вот и все. Я сделал среди 40 звуков просто потому что. И все. И слушайте на здоровье свою... Свои там каверы или что вы делаете. Ну каверы сейчас у вас вряд ли, конечно, получится. На старой этой версии, если у вас. Но если вы на новой, то... И у вас получилось, то каверы, пожалуйста, на здоровье. Абсолютно не против я. Ну и все. Конец туториала, я там что-то распинался на миллион часов. А сейчас. Все. Дело в шляпе, гайз. Ну вот. А еще, ребята, если вы новый подписчик, не подписчик, а вот прихожий,
Ребята, я тут не только делаю туториалы, подписывайтесь, я анимации смешные делаю. Буквально сегодня, я надеюсь, сегодня я демонтирую эту хрень. И выложит мне очень крутую анимацию, вот. А на этом туториал все. Сколько бы это заняло времени? Я не знаю, где смотреть. 10 минут, а то видео было, я извиняюсь, на целых нахрен 16. Даже 17. Вот, все, ребята, пользуйтесь. Всем покупайте чемоданы.